Важное событие духовной жизни Пушкинского. В деревне Костино сегодня совершают чин великого освящения храма в честь Сергия Радонежского. Согласно православным канонам, чин освящения совершает епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, который назначен решением Священного Синода в августе. В Пушкинском округе владыка сегодня впервые и знакомится с главой Максимом Красноцветовым. Благословите нас, владыка, и помолитесь вы за нас. Вы храм наш освятите, чтобы был опорою для нас. В торжественном событии также принимают участие заместители главы, депутат Московской областной думы Михаил Ждан, духовенство Пушкинского и жители. Храм, построенный человеком из дерева, обретает дух жизни, становится местилищем святости. Для жителей не только деревни Костино, где открылся храм, но и других населенных пунктов Пушкинского и даже других округов. Это событие долгожданное. 5 лет назад здесь заложили фундамент. Спустя время, благодаря пожертвованиям, на этой земле появился храм Божий. Настоятель иерей Виктор Селезнев. Действительно важное, светлое событие в округе. К нам приехал владыка Кирилл для проведения процедуры освящения храма, построенного в честь Сергия Радонежского. Познакомились, поздравили его с назначением, общались и рассчитываем на дальнейшую плодотворную работу. Самый весомый вклад, конечно, внесли несколько людей. И по такому чудесному стечению обстоятельств эти люди все и Сергеи. Вот, то есть у нас храм в честь преподобного Сергия. И те люди, которые самую весомую внесли вклад, вот они, Сергей. Так что преподобный Сергий так нам помогал явно и неявно. Изначально здесь предполагалось строительство храма Рождества Божией Матери. Но для того, чтобы прихожане скорее обрели святое место, решено было возвести сначала деревянный храм в честь Сергия Радонежского. Жители искренне рады и верят, что изначальная задумка обязательно найдет свое воплощение. Впрочем, душа здесь уже ликует, и прихожане в полной мере теперь могут приобщиться к Божьей благодати. Людмила Ермакова, Сергей Денисов, Анна Белова, Мария Головачева. Новости Большого округа.